последний поединок сегодняшнего дня. Завтра, напоминаю, продолжение соревнований в 11 часов утра. А сейчас за первое место и золотую медаль турнира весовой категории до 60 килограммов. Среди юношей это всегда очень конкурентная весовая категория. Поспорит Даниил Харчелава, Россия. Арим Абдулаев, Россия. Свободный. После окончания этого финала награждение борцов трех весовых категорий. Я не могу сказать, что они сидят. Я должен стараться потом все отдать. Смешок, я на чемпионка стал. Видно было, что это будет повтор. Когда что-то это я отдаляю. Нормально у тебя ходит, не дергай. Конца работы. Давай, давай. Поднял, поднял. Продолжай, продолжай. Ариф Абдулаев представляет команду Дагестана. Победитель первенства России, победитель первенства мира среди кадетов. Калининград. Даниил Харчелава. Второе место на первенстве России и третье место на первенстве Европы, подсказывает главный тренер юношеской сборной. Анзор Тенботов. Вот еще подсказка. Это повторение финала прошедшего первенства России в этом году. Ну что ж, возможен и реванш. Посмотрим. Двигайся.
работаем, работаем. Не стоим, двигаем. Он чувствуется, что борцы знают друг друга. Очень хорошо. Каждое движение, любая ошибка будет в таких случаях наказана. Все, сразу держи руку, вот рука, вот рука. Вот так. Дожди. Голову забрать надо там. Держи, давай еще. 30 секунд осталось. Погнать, гони. Все, давай. Выложились полностью борцы, молодцы. Показали хорошую борьбу.